Спасибо. Нельзя так делать. Почему так? Не болевой. Ущемление диафрагмы. Это же тоже запрещено? Почему? Или нет? Нет, это же, ну, вне зависимости, с рукой, без руки. Скальпхолд, правильно? То есть, ну, кесаготами. Да. Нет, почему? Вне зависимости, с рукой я держу захват или одну шею только. Да, ну, тогда можно как на кранк расценить. Это ты не можешь делать на кранк, реально. А, кстати, вот реально это нельзя расценить как на кранк, если... Потому что ты сейчас скажешь, когда не сдавался от этого, как от на кранк? Ну, я нет. Но опять же, это как бы дети. Вот если вот так видишь, у меня нету руки, вот здесь я сюда делаю. Нет, нельзя расценить это как давление на шею. Знаешь, что там здесь выше. Ну да, или вообще вот сюда возьму и начну здесь. Знаешь, что давление на шее будет только если возьмешь себя вот здесь за руку и начнешь ему делать этот маунтинг кичок, так называемый. Да, потому что голову обратно, да, это будет конкретное, ну, воздействие на шею. А здесь это воздействие на диафрагму изначально. Воздействие на самолюбие. Да,